для земледелия почвы. При этом, а точнее, мелитовщи. Садоводство здесь начало развиваться в последние десятилетия 19 века. Закладывались новые сады в основном на таких вот участках. Определенный вклад в освоение этой местности внес земский врач Андрей Васильевич Карманский. Вместе с супругой они подбирали сорта плодовых цветов и винограда. В 1912 году по инициативе садовода Луки Григорьевича Набока закладывается крупный по тому времени первый промышленный плодовый питомник уездного значения. Но это только начало. Только первое, можно сказать, расти развитие садоводства на юге Украины. Началом же создания крупного промышленного садоводства следует считать 1928 год. И вот почему. В сентябре на Блиевской садово-огородной опытной станции состоялось первое всеукраинское совещание по садоводству. В этом же году по инициативе профессора Владимира Львовича Семиенко был организован Мелитопольский опорный пункт Млиевской опытной станции садоводства. Заведующей назначается Анна Сергеевна Покровская. А уже через год пункт был преобразован в Мелитопольскую опытную станцию. Ее возглавил Алексей Иванович Горский. В 1930 году новая реорганизация. В результате образовалась Мелитопольская зональная научно-исследовательская станция плодово-ягодного производства. В 1932 году на пост директора станции назначается выпускник Полтавского сельскохозяйственного института Михаил Федорович Сидоренко. Этот человек более 40 лет своей жизни посвятил благородному делу – развитию садоводства на юге Украины. Его труд отмечен правительственными наградами и почетными званиями. О сегодняшнем дне и перспективах института рассказывает директор, кандидат биологических наук Федор Семенович Калинич. Хорошо. Одной из важнейших задач Украинского научно-исследовательского института орошаемого садоводства является разработка и дальнейшее совершенствование основ орошаемого садоводства с целью широкого использования в производственной практике колхозов и совхозов не только южной зоны республики, но и других регионов страны. В коллективе института в настоящее время работает 62 научных сотрудника, из которых 30 кандидатов и 2 доктора наук. Ведущее место в их работе занимают комплексные исследования, направленные на дальнейшее совершенствование существующих и разработку новых вопросов технологии выращивания семечковых, косточковых и ягодных культур, включающие селекцию и интродукцию высокопродуктивных сортов и подвоев, применение прогрессивных способов формирования и обрезки деревьев, разработку режимов и технических вопросов, орошения, защиты насаждения от вредителей и болезней, механизации, хранения и переработки плодов и ряд других вопросов. Разработанная институтом тепловая длительное хранение свежей продукции внедряется практически во всех садоводческих хозяйствах, имеющих родильники. Последние исследования показывают, что хранение плодов в регулированной газовой среде наиболее отвечает современным требованиям длительному их хранению. В институте проводятся исследования по оздоровлению посадочного материала методами культуры тканей и термотерапии, по физиологии плодовых культур, экономике садоводства и ряду других вопросов, направленных на совершенствование технологий производства плодов семечных, косточных и ягодных культур в условиях орошения.
За прошедшие годы проведена большая работа по усовершенствованию борьбы с воняющими вредителями и болезнями семечных и косточных культур и передачи научных разработок производства. Последние годы, в связи с обострением экологической обстановки, ведется настойчивый поиск безопасных для окружающей среды методов защиты многолетних насаждений, обеспечивающих получение высококачественной продукции, пригодной для детского и диетического питания. Селекционеров называют творцами новых сортов. Поэтому одним из первых, еще тогда, в 32-м, был создан отдел селекции, который возглавил Аратовский Михаил Тимофеевич. А работа предстояла огромная. Надо было изучить и районировать имеющийся ассортимент плодовых и ягодных культур, вывести новые сорта для южной зоны Украины. Многолетний труд принес свои плоды. Был создан замечательный гибридный фонд, а из него получены высококачественные сорта и формы. А чем занимаются селекционеры сегодня? Каковы их планы на будущее? Послушаем Дворцева Николая Ивановича, доктора сельскохозяйственных наук, заведующего отделом селекции. Научные сотрудники отдела селекции свое основное внимание уделяют созданию новых сортов, отличающихся повышенной зимой и засухой устойчивостью, высокой урожайностью, большой величиной плодов, высоким вкусовым качеством, пригодностью для всех видов технической переработки и пригодно для механизированных уборки плодов. Последнее мы уделяем много внимания созданию сортов полукарликовых и карликовых. Ну, скажем, в последнее время мы уделяем большое внимание созданию сортов иммунных устойчивых, то есть устойчивых к различным заболеваниям. Только в целях мы привлекаем к своей работе отдаленную гибридизацию. Подбираем сорта различных видов, различных районов производства, с тем, чтобы, как говорится, новые сорта, полученные уже в условиях перетопами, отличались большей приспособленностью к местным и экологическим условиям. И, конечно, большую роль здесь нам помогает и оказывает последние достижения цифровизации. Они помогают нам подбирать исходные формы, которые обеспечивают создание у плодовитого подростков, особенно для отдаленных людей. И что особенно нас радует, что мы получим уже и первый практический результат для отдаленных гибридизаций. В настоящем уже районируем два новых сорта вишни, дуба, то есть полученные от встречи черешни с вишней. Надеемся, что в ближайшее время мы получим более земноскольки сорта и формы по абрикосу. За работу идет Александр Кольченко. Песку для работы Николай Николаевна Клочко. У нас отличные результаты получились погруши. Тренером стоящим два новых сорта и Виктория, и Гендария, которые обещают высокую уважаемость и хорошую качество погруши. И, конечно, нельзя забывать черешню. Сегодня основа нашей селекционной работы. В настоящее время мы имеем 23 районированных сорта, которые составляют основу районированного ассортимента на юге Украины. Проблема у нас, конечно, сюда была, есть и будет. Проблема по ускорению районирования. Слишком длительный процесс от создания гибрида до районирования. Проходит 30-35 лет от момента реализации сорта. В данном случае не хватает в жизни одного поколения. Продуктивность садов во многом зависит от качества посадочного материала. Разработкой новых технологий занимается отдел питомниководства. Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Сенин Виктор Иванович.
Задача нашего отдела состоит в том, чтобы подобрать для насаждений такие подвои, которые обеспечивают повышенную скороплодность насаждений, высокую урожайность и наибольшую приспособленность к условиям выращивания. Наша лаборатория за время существования института подобрала слаборослые, среднерослые подвои для семечковых культур, целый ряд высокоценных подвоев для косточковых пород и разработала технологию выращивания плодовых саженцев. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы обеспечить перевод питомников на выращивание на безвирусной основе и тем самым обеспечить повышение урожайности плодовых культур примерно на 25-30%. Эта задача решается путем создания маточно-черенковых оздоровленных насаждений в питомниках юга Украины, путем создания маточно-черенковых и маточно-подвойных насаждений и таким образом создавая, связывая наши научные разработки с производством, мы обеспечим резкое повышение качества посадочного материала для закладки интенсивных насаждений. И таким образом наши насаждения будут более продуктивными и высокорентабельными. Выращивает от 1 до 1,5 миллионов отводков для закладки маточников в других научных учреждениях и питомниководческих хозяйствах. Кроме того, здесь производят от 400 до 500 тысяч штук саженцев, районированных и перспективных сортов для закладки новых садов. Отдел разработал технологию выращивания саженцев при уплотненной посадке подвоев. Это позволяет получить на каждом гектаре от 50 до 60 тысяч саженцев. Если селекционеров называют творцами новых сортов, то агротехников можно назвать конструкторами насаждений. Именно отдел агротехники занимается разработками технологий выращивания плодов семечковых, косточковых и ягодных культур. Сотрудники отдела выполнили важнейшую работу по обследованию местных почв. Установили пригодность этих почв под плодовые насаждения. Определили перспективные районы для развития садоводства. Велись исследования и в других направлениях. Постоянно расширяется объем работ по агротехнике плодовых культур. С организацией Украинского научно-исследовательского института орошаемого садоводства было образовано несколько самостоятельных лабораторий, в том числе лаборатории семечковых культур, косточковых культур и агрохимии. Сотрудники лаборатории семечковых культур проводят значительную работу по разработке технологии выращивания плодов яблони и груши. Об основных направлениях их исследований рассказывает заведующий лабораторией кандидат сельскохозяйственных наук Петр Владимирович Клочко. За последние 20 лет проведена большая работа по изучению конструкций, насаждений, по разработке прогрессивных способов формирования и обрезки деревьев, по плотности посадки деревьев. Если рассматривать в целом технологию, то здесь входят такие вопросы, как подбор высокопродуктивных сортоподвойных комбинаций, рациональное размещение и плотность посадки деревьев, прогрессивные способы формирования и обрезки деревьев и другие вопросы ухода за насаждением. Сотрудниками лаборатории дана агроэкономическая оценка насаждения пальмечным,
а также разработаны новые конструкции насаждений, в частности насаждения полуплоской кроны, которые по сравнению с подвесными садами более простые по формированию и уходу за насаждением, а по урожайности практически не уступают подвесным садам. Они обеспечивают урожайность стабильную при этом порядка 200-250 центнеров. Вторым интенсивным типом насаждения является насаждение малообъемными кронами, формированными по типу свободно растущего веретеновидного куста. Здесь используются деревья яблони на карликовом подвое М9. Высаживается на одном гектаре от 1000 до 2500 деревьев. Такие насаждения обеспечивают урожайность порядка 300-400 центнеров и доход 12-14 тысяч рублей на одном гектаре. Естественно, в садоводстве, особенно в селищных культурах, имеется целый ряд проблем. И мы сейчас работаем над садами более простыми, так называемые сады короткого цикла. Это очень скороходные сады и очень простые по уходу за насаждением, но дают высокие урожаи и высококачественные плоды. Ну, это перспектива нашего садоводства. Только одно из направлений работы сотрудников института. А высокие урожаи и качественные плоды нужны уже сегодня. Проведенные исследования позволили рекомендовать колхозам и совхозам несколько типов садов. Какие же именно? Однозначно на этот вопрос не ответишь. Например, многие хозяйства внедряют в производство яблони и груши с полуплоской малообъемной кроной, формируемой по типу свободно растущего веретеновидного куста. В отличие от пальмерных садов, которые сложны по формированию и эксплуатации, требуют установки опор, трудоемкие и сложны для производства, насаждение с полуплоской кроной значительно проще по формированию и эксплуатации, а по урожайности и прибыльности практически не уступает пальмерным. Такие насаждения дают высокие урожаи не только в крупных садоводческих хозяйствах. Высокие урожаи собирают и садоводы-любители в коллективных садах и на приусадебных участках. Однако высокая урожайность – это еще не все. Высоким качеством должны обладать и плоды. Качество плодов в институте определяет дегустационная комиссия. В ее состав входят опытные научные сотрудники и специалисты. Члены дегустационной комиссии должны определить привлекательность, иначе говоря, внешний вид плодов. Затем необходимо дать оценку консистенции мякоти, важное значение имеют ароматичность, ну и, конечно, вкусовые качества. И только после такого тщательного экзамена новый сорт получает общую дегустационную оценку и может быть передан на государственные сортоиспытания. Значительное достижение есть и в лаборатории косточковых культур. Ученые разработали более совершенные технологии выращивания плодов на основе интенсификации производства. Для насаждений нового типа экспериментально установлены рациональные схемы размещения деревьев на площади и наиболее целесообразные способы формирования и обрезки малогабаритных крон черешни, абрикоса, персика, сливы и вишни. Это повышает стабильность и уровень урожайности на 50-70% по сравнению с традиционной технологией. Так, например, определено, что при формировании уплощенной формы деревьев требуется на 25-30% меньше трудовых затрат, чем при разреженной ярусной. Уплощенная крона
более удобно для проведения машинной контурной обрезки и механизированной уборки плодов. Сотрудники лаборатории ведут всесторонние исследования ядерных культур, в частности, земляники. По подбору сортов и уплотненным посадкам черной, красной и белой смородины, крыжовника и малины. Тщательному и всестороннему анализу дегустационной комиссии подвергаются как плоды, так и ягоды. Радуют эти плоды, как говорится, глаз. А вот какие они на вкус? Ну а если они и на вкус хороши, пригодны ли они для переработки? Чтобы ответить на эти вопросы, все новые сорта, кроме органолептической оценки, должны получить и технологическую. Видов переработки существует много. Вот и должна дегустационная комиссия определить, какой сорт лучше для компота, а какой для варенья. И среди хороших надо выбрать самые лучшие, самые подходящие. Такая работа по плечу только квалифицированным специалистам. Экзамен сложный, и выдерживает его не каждый сорт. Из одного можно получить высококачественный джем, но он не годится, скажем, для замораживания. А эти могут долго сохранять свои полезные качества в замороженном виде, но малопригодные для сушки. Определяются и сорта, пригодные для консервирования, приготовления соков. Полученные результаты тщательно анализируются и обсуждаются. И только после этого дается окончательная оценка, соответствующие рекомендации по пригодности сорта к тому или иному виду переработки. Значительный вклад в повышение урожайности садов вносят агрохимики. Основная задача их лаборатории – разработка зональной системы применения удобрений в садах. Это обеспечивает расширенное воспроизводство плодородной почвы, высокую продуктивность насаждений. Сотрудники лаборатории устанавливают степень пригодности различных почв под плодовые насаждения. Не будет хорошего урожая, если садовод не знает отзывчивости плодовых деревьев на удобрения в различных почвенных условиях. Агрохимики определяют нормы, сроки и способы внесения удобрений. Разрабатывают методы растительной и почвенной диагностики минерального питания плодовых деревьев и кустарников. Дают рекомендации по эффективности предпосадочного внесения удобрений. На основании этих исследований разработана технология использования удобрений в садах юга Украины. Эта технология направлена на сохранение и повышение плодородия почвы, рациональное использование удобрений без отрицательного их влияния на окружающую среду и, конечно же, на высокую продуктивность насаждений при высоком качестве плодов. Важнейшее перспективное направление работы агрохимической лаборатории – совершенствование методов диагностики питания плодовых деревьев и получения экологически чистой продукции. В жарких южных степях значение воды переоценить трудно. Исследования по орошению плодовых культур начаты еще в 1934 году. А как обстоят дела сегодня?
рассказывает заместитель директора Института по науке, заведующий отделом орошения, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Иванович Лобезинский. Основной задачей института является разработка рациональных технологий орошения многолетних насаждений для юга Украины. Научные сотрудники имеют определенный задел в решении этих задач. В частности, разработан рациональный режим орошения основных плодовых культур, системы содержания почв, мероприятия по сохранению естественно-плодовой почвы, внесение удобрений с поливной водой и ряд других вопросов. На перспективу намечается разработка технологий и технических средств для систем пригодных в использовании приусадебных садов, дач и фермерских хозяйств. Предусматривается также совершенствование скотового полива с локальным характером увлажнения почвы, это капельное орошение, капельно-инъекционное, подсловно мелкодисперсное дождевание. Начата проработка вопросов и довольно успешно комбинированного орошения, которое позволит регулировать микроклимат сада, а также осуществить мероприятия о борьбе с весенними заморозками. Это особенно важно для посадковых садов. Успешно решаются вопросы создания микроклимата в теплицах для микроглобального размножения саженцев плодовых культур. Чтобы успешно решить намеченную программу реализации разработок ученых, в институте создан гидротехнический отдел с экспериментальными мастерскими. Здесь изготавливаются основные детали и узлы для новых и для усовершенствования существующих растительных систем. Производство это можно назвать своего рода уникальным. Некоторые детали или приспособления изготавливаются всего лишь единственным экземпляре. Скажем, для проверки эффективности установки или агрегата. А поскольку научные сотрудники института экспериментируют, усовершенствуют, ищут постоянно новое, то и работники мастерских вовлечены творческий процесс. Практически все растительные системы, как в институте, так и в областном хозяйстве, создаются с участием этих людей. Это только часть изделий, которые изготавливаются в экспериментальных мастерских. Вся новая техника проходит испытания в садах и на ягодниках института. Более полная оценка новым системам орошения дается в производственных условиях. Отметим, что в колхозах и совхозах экспериментальные системы орошения сотрудники отделов техники полива и гидротехнического монтируют сами. Дает возможность сократить время исследований. А если обнаружится неисправность или случится поломка, быстро устранить их. В производственных условиях определяются технические характеристики работы отдельных узлов и всей системы в целом. Полученных результатов дается комплексная оценка разработанным системам орошения и предложение по их внедрению в производство. Эффективность капельного орошения, подкронового мелкодисперсного дождевания и других прогрессивных способов полива
во многом зависит от научно обоснованных рекомендаций. Эта лаборатория изучает и устанавливает рациональные режимы орошения при различных способах полива насаждений разных конструкций. При этом определяется влажность почвы, устанавливаются поливные нормы, назначаются сроки полива. Изучается влияние различных режимов орошения на ростовые процессы деревьев, развитие корневой системы, продуктивность плодовых и ягодных растений в целом. Несколько другие задачи у сотрудников лаборатории почвенной мелиорации. Здесь изучают влияние различных способов полива насаждений не только пресными, но и минерализированными водами, их влияние на солевой и питательные режимы почвы грунта. Важное значение имеют разработки, направленные на сохранение плодородия почвы. Например, как избежать негативных процессов, которые возникают в почве, особенно при неправильном применении орошения, в частности, по осолинцированию и засолению ее. Физиологические исследования процесса фотосинтеза в листьях различных плодовых культур в условиях орошения. При этом учитываются сила роста сортоподвойных комбинаций, плотность посадки деревьев, конструкция насаждений и их продуктивность. Товарности плодов и их химико-технологическим качеством устанавливается эффективность способов орошения. Давно известно, какой большой ущерб наносит садоводству вредителей и болезней. С ними направлены усилия сотрудников лаборатории защиты растений. В результате проведенных исследований изучены видовой состав, идеология основных и особенно карантинных вредителей плодовых и ягодных культур. Кстати, совершенствуется и традиционные методы. Ведутся работы по испытанию новых химических препаратов как в плодоносящих садах, ягодниках, так и в питомниках. Не только положительные результаты, но выявлять и устранять отрицательные. В настоящее время научные сотрудники стремятся усовершенствовать системы защитных мероприятий с минимальным применением химических средств.
большие перспективы у биологического метода защиты растений. Разработка мероприятий на основе использования естественных антагонистов главных фитопатогенов – это еще один шаг на пути к получению экологически чистой продукции. Как сократить затраты ручного труда в садоводстве? Максимально механизировать все трудоемкие процессы, начиная от выращивания посадочного материала и заканчивая уборкой урожая. Над этими проблемами работают сотрудники лаборатории механизации и специалисты опытного хозяйства. В содружестве с другими отделами и лабораториями созданы машины и приспособления для работ в питомниках и садах. Среди них можно выделить приспособление к культиватору с автоматическим управлением поворотного ножа. Оно позволяет обрабатывать сад уже с первого года посадки. Травмирование деревьев практически исключено. Экономическая эффективность одного приспособления не менее 2000 рублей в год. Одно из узких мест производства плодов – уборка урожая. Собирают плоды в садах, как правило, вручную. Чтобы облегчить труд людей и сократить затраты времени на уборке, в лаборатории был создан встряхиватель с регулируемой амплитудой и частотой вибрации. В результате исследований определены сорта, наиболее пригодные для механизированной уборки. Обрезка деревьев. Этой проблеме сотрудники лаборатории уделяют должное внимание. Многолетние исследования показали, что механизированная обрезка не оказывает существенного отрицательного влияния на состояние деревьев, на их урожайность и на качество плодов. Не стоит забывать и про большую экономию времени. Кроме того, специалисты подсчитали, что затраты ручного труда сокращаются в 3-5 раз по сравнению с выполнением этих работ вручную. Института орошаемого садоводства пользуется большим спросом как в нашей республике, так и за ее пределами. А чтобы они попадали в самые отдаленные регионы страны и не теряли при этом своих товарных качеств, институт и его опытное хозяйство имеют свой автопарк, в котором насчитывается более 100 автомобилей различных марок. Исследовательскую работу по разработке путей повышения эффективности орошаемого садоводства ведут сотрудники лаборатории экономики.
полученные результаты имеют важное практическое значение. Они нашли, например, отражение в рекомендациях по затратам труда средств на создание интенсивных садов. В распоряжении научных сотрудников и служащих института имеется научная библиотека. Здесь сосредоточены значительные фонды специальной литературы и периодических изданий отечественных и зарубежных авторов. В библиотеке можно ознакомиться с научными достижениями в области садоводства, ягодоводства и питомниководства. А как быть, если нужной книги или статьи нет? Выручает обменный фонд. Институтская библиотека имеет широкие связи с библиотеками других научных учреждений нашей республики и всей страны. В институте часто проводятся республиканские и всесоюзные научные конференции и совещания по обсуждению важнейших программ дальнейшего развития садоводства, а также по обмену опытом выращивания высоких урожаев. Кроме того, сотрудники института выезжают непосредственно в хозяйство для внедрения своих разработок. В этом научном учреждении теория тесно переплетена с практикой, наука с производством. С целью лучшего обеспечения научно-исследовательских работ при институте создано опытное хозяйство «Мелитопольское». Наверное, полнее всего о нем расскажет заместитель директора по опытному хозяйству, герой социалистического труда Иван Игнатьевич Мамаев. Опытное хозяйство Мелитопольское имеет более 1000 гектар плодовых насаждений. Из них 500 гектар семечковых и 500 гектар косточковых. Из косточковых более 290 гектар черешни. Эту культуру мы очень любим, и поэтому она у нас произрастает на таких больших площадях. Опытное хозяйство работает в тесном содружестве с учеными института. И главной задачей, как и у нашего опытного хозяйства, других опытных хозяйств, является это выполнение тематики научных исследований. Второй главной задачей является выполнение производственной программы по выращиванию плодов. Если в среднем в этом году в республике ожидает хороший урожай семечку, который будет равняться 45 центнеров. А у нас будет где-то в этом году, вот уже в этом году более 300 центнеров. Урожай эти не случайные. Во всем, конечно, в этом труд наших специалистов, ученых. Урожай нам позволяет иметь высокий доход. Вот, например, в 1989 году мы получили более 5 миллионов чистой прибыли. Далее в этом урожае усматривается и высокая агротехника. Выполнение тех агротехнических мероприятий, которые разработаны специалистами совместно с учеными опытного хозяйства, они внедряются в наших насаждениях. Ну, например, значит, высокий урожай семечковых мы считаем за счет того, что мы в последние годы
Ну, где-то примерно уже более как 15 лет начали переходить на интенсивные сады. Это позволяет нам строить жилье, сад судьбы. Этот поселок был устроен на 1000 жителей. Значит, здесь и все условия жилья жить людям лучше, чем в городе. Здесь школа построена, и дворец культуры, и магазины. Ну, буквально все для есть для жизни людей. Мы, например, считаем, что этот поселок, он в основном уже отстроен. Мы планируем в последующие годы, где-то в 92-93 году, построить еще детский комбинат. Построить оздоровительный комплекс. Это уже нам, то есть, жизнь там диктует. С плавательным бассейном, залом тренажеров, то есть чтобы рабочие могли после работы здесь прийти, значит, и полечиться, и, как говорится, отдохнуть. Дети сауны будут, вот дети буфеты будут. В общем, жизнь каждым годом будет наших людей улучшаться. Вот. Залог этому высокий урожай, который получает опытный хозяин. Не только хорошо трудиться. У них есть где и отдохнуть, и набраться сил. Как видим, приятно проводить время сотрудники института и их семьи на своей базе отдыха «Голубая даль», которая расположена на берегу Азовского моря. Оказывается, и здесь можно отличиться. Получить вот такую медаль, наверное, первую в своей жизни награду. А эти награды – красноречивое свидетельство тому, что институт и его опытное хозяйство стали школой передового опыта для садоводов всей республики и не только республики. Большой вклад в ее создание внесли эти люди – ветераны. Они сейчас желанные гости в институте. Это они закладывали фундамент сегодняшних достижений. Это они писали самые яркие страницы в историю Украинского научно-исследовательского института орошаемого садоводства. История и современность. Они неразрывны друг от друга. Так же, как ветераны и нынешнее поколение, которое умеет и самоотверженно потрудиться, и весело провести свой досуг. История института – это неразрывная часть истории отечественного садоводства. Она продолжается и сегодня, и будет продолжена поколениями будущих исследователей.